стихи из этой книги, они публиковались в различных изданиях, в литературных журналах, в газетах, периодике. И тем самым, я считаю, они какую-то такую вот проверку кругом, временем прошли. Но есть и, как это вот у меня бывает в каждой книге, новые, свежие и, возможно, вдумчивый читатель даже без подсказок на дату их определит. Вот. Но, конечно, какие-то тексты отлеживаются и дорабатываются, но здесь, поскольку наши события происходят с какой-то там головокружительной быстротой, особенно это связано там с нашей геополитикой, то я их решил тоже поместить в эту книгу. Само название «Грусть винограда» родилось на вокзале Симферополя, где вот я был несколько раз как участник и член жюри международного фестиваля поэзии. Вот, очень мне нравится Крым, и буквально через 2 недели я уезжаю уже на другое мероприятие, на Волошинские дни. Вот, там много всего там. И конференция научная, и конкурс литературный, и презентации книг, и встречи с читателями и с коллегами. То есть я надеюсь опять зарядиться для создания каких-то новых своих текстов.